Все, внимание! Nissan Skyline и Toyota Mark I. Город Хабаровск. Все, готово. Я не знаю, но по-моему Марк творит чудеса. Я хочу грязное и чистое время, которое совпало. А я думаю, что все поняли, что Марк у нас здесь просто чемпион. Вот сейчас даже заедет. Время Марка грязное было 11.90, время Тайвана 14.38. Итак, вы не поверите, практически совпало время старта, чистое грязное время у Марка было 11.85, 0.05, это феноменально. То есть он тронулся прям в одно и то же время, когда переключился в светофор. Это просто очень сложно достичь. Честно, вот Егор подсказывает, Егор установил определенный такой своеобразный рекорд, он старается практически в одно время...